Дима сам кушает. Всем привет! С вами канал Артмания. Сам! У нас уже 4-5 день он сам кушает. Ай-яй-яй, Дима! Да что ты, смешно? Дима уже взрослый мальчик, да? Ой, какой взрослый! Ой, какой взрослый мальчик. Да, туда может упасть что-нибудь. Кушай, кушай, давай. Молодец, молодец, подтирай. Чтоб каша не... Каша. Кушай, кушай. Вот у нас сегодня ЧП. У нас сломалась микроволновка наша. С утра Диме поставила разогревать молочко. Она так сначала закрываться не хотела. Но не знаю, почему я решила все-таки закрыть. Придала усилия, закрыла ее и открыть не смогла. Когда она уже разогрелась, нажала на кнопку, кнопка провалилась туда. И она стала дальше разогревать, разогревать. И из розетки просто выдернула. Начала пытаться открыть дверь, хотела ее снять. Болты снизу открутила, но отверткой подковырнула посильнее. Открыла эту дверцу, забрала бутылочку. И она хоть чуть-чуть была тепленькая. Вот. Закрыла снова, конечно, открыть она не открылась. Кушай, кушай. И вот такой у нас ЧП. Не знаю, сама микроволновка-то работает, в принципе. А вот кнопка не открывает. Вот она. Видите, она должна открывать, но она не открывает. Вот так у нас. Да, еще я там проводила обзор. Там лежат коробки. Из Озона мне пришла посылка, которую я заказывала. Там книжки, там всего. Все очень-очень нужное. Да, Тим? Да. Вот, и на нее ролик я сделаю отдельно. Будет. Да, какой молодец. Мама теперь может отдыхать спокойно, да? Ну, что ты там? Дима. Ну что ты? Что там тикает такое еще, скажи? Кушай давай, кушай. Да. Завтра мы уезжаем в Отрадный. Вот, а родители мужа приедут сюда. Да. К тебе приедет бабушка с дедушкой. Мы поедем с мужем отдохнем, как планировали. Как раз на 23 февраля праздники. Не знаю, как выйдет этот ролик. Где-то, наверное, так же. Рядышком там где-то. Дё. Ай-яй-яй. Поросенок маленький. Не трогай ее там, не трогай. Дима. И в тарелку какой. А, нет. Ай. Ай, Дима. Ай. Мазюка ты маленькая. Кушай, как интеллигентный мальчик, Дима. Сейчас я постелила там ему полотенце, это одеялко, чтобы его повыше немножко. В детском стульчике ему тоже не очень удобно кушать. Как-то. Ну, в рот ее положи и все. Не козюлька же это. О, сейчас будет мазюкин ты. Все перемазюкаешь. Я вспоминаю, как я была маленькая, тоже за стол. В гости куда-нибудь приедем, за стол. Ну, стол у меня был слишком высоко.
И подкладывали, помню, таз переворачивали, на него подушечку какую-нибудь. И на нем я сидела, помню. Боялась упасть, сядешь в напряжении вся. Дима, ты маму не слушай, ты ешь давай. Кушай. Ребенка у меня была вообще, ела плохо. Я помню, как засыпала. Ну, не вернее, не я помню, а по фотографиям. Как я засыпала с тарелкой. Да, там окно. Окно. Что на окне? В окне ты видишь, наверное, только деревья, вот так кончики. Деревья там, да? Ты больше ничего не видишь. Сегодня к нам кто-то приходил, кто-то стучал в дверь, но я не открываю. Там школа. Мы никому не открываем. Если кто-то пришел без звонка, тогда не открываем. Такие вот печеньки Диме понравились. Они хорошо растворяются в молоке, значит, во рту тоже хорошо. Печенька. Да, жуй ее, жуй. Что у тебя тут такое? Я тебе говорю, по маленьким кусочкам клади. Ну, ничего, ребенок учится. Что полный рот набивать не нужно. Да, не нужно. Сейчас тебе еще молочко греется в горячей воде. Живем без микроволновки пока что еще. Не знаю, с отрадного приедем, наверное. Женьку отправлю, чтобы он ее к мастерскую отнес, потому что покупать новую дорого. Я смотрела, они слишком дорогие. Может, пока что мы еще не потянем ее. Конечно, это бы не озон. Я бы заказ этот не сделала. Можно было бы тогда новую микроволновку покупать. А так, денег теперь нету. Да. Че, все? Съел? Еще хочешь печеньку? Ты ее в суд не... ты ее в суд не клади. Дим. Ну все, тебе достаточно. Тут ты сейчас молоко пить откажешься, да? Ой, ой, все. Сейчас все размазюкаешь мне тут. Ты маленькая мазюка. Ну, мазюка. Давай, давай, доедай. Это была последняя твоя печенька сегодня. Тут еще у Дина такая вот телятинка, мяско. Кстати, очень-очень вкусная. Не знаю, сама бы с удовольствием съела ее. Диме подошла бы такая же вот шапочка с ушками. Да? Ну-ка, улыбнись. Хи-хи. Хи-хи. Дима. Дима.
Хи-хи. Апсхи. 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 Вот, почти похоже. Что там у тебя за крошки? Надо было тебе тарелку еще дать, да? Что ты там? Домик из них будешь строить? Сейчас Дима печеньку доест, молочко попьет и пойдет спать. У нас обеденный сон с 3 часов до 6. У нас сон, и с 6 мы бегаем снова. А я за это время буду сейчас убираться. Завтра приезжает свекровь. Мне надо очень многое убрать, спрятать. Потому что если ей что-то не понравится, какая-то вещь, она ее выбрасывает просто. А мне эта вещь необходима, она нужна мне. Без этой вещи мне очень сложно готовить там или что-то еще. Что, все? Поели?